Добрый день, уважаемые пациенты. Сегодня мы с вами рассмотрим случай появления остроконечных кондилом на крайней плоти после антибиотиков. К нам обратился молодой человек, который лечил хламидию антибиотиками различными. Вот. В настоящее время хламидии в выделениях не наблюдается, однако после данного лечения у него высыпали остроконечные кондиломы на крайней плоти и на теле полового члена, которых раньше не было. Соответственно, на данный вирус он никогда не обследовался. Мы обследовали его на вирус папилломы человека с области самих кондилом и с области уретры, соответственно, выявили только 6-й тип высокой концентрации. Это так называемый неонкогенный тип. Да? Что такое неонкогенный тип? Это значит, что он может привести к онкологии, но при длительном носительстве. Да? То есть, когда вы болеете много лет с активными проявлениями, тогда он может приводить к каким-то предраковым изменениям. Онкологические же вирусы, да, они, по сути дела, все остальные, кроме 16 и 11 типа в основном, они, соответственно, могут приводить несколько быстрее. Вот почему они условно отнесены к онкологическим. Да? А так все вирусы папилломы человека могут предрасполагать к онкологии половых органов. Итак, что нужно делать в данном случае? Ну, нужно для начала подождать периода восстановления после антибиотиков. Почему? Потому что нельзя одновременно лечить и бактериальные инфекции, и вирусные. И в том случае, особенно когда проходит активная антибиотикотерапия, то лечение остроконечных кондилом необходимо отсрочить, ограничив при этом половые контакты, раз. Ну и, соответственно, в общем-то, подождав, пока иммунитет восстановится. Действительно, антибиотики в общем-то, ухудшают, скажем так, или истощает противовирусный иммунитет, это как клеточный, так и гуморальный, то есть как клетки, так и непосредственно выделение интерферонов страдают, которые борются с вирусами, и поэтому необходимо примерно месяц минимум подождать, прежде чем брать какие-то анализы, я имею в виду на крови, да, и прежде чем лечить таких пациентов. Что можно делать в период, когда мы еще не лечим, да, пациента? Это, соответственно, можно применять различные наружные препараты. Ну, из тех не очень хороших, не очень эффективных, скажем так, препаратов, которые могут применяться дома, это пегенентин. К сожалению, он глубоко не проникает в кожу, да, и не настолько у него выражено противовирусное действие, поэтому, ну, это лучше, чем ничего. Поэтому таким пациентам, если они ничего не хотят делать или у них проблемы с финансами, то можно рекомендовать вот пегенентин наружную, то 5 раз в день, пожалуйста, он может применять. Естественно, что на этом все ограничивается. Что можно применить еще? Еще можно применить, соответственно, фотодинамическую терапию, когда вся паховая область обрабатывается фотодинамическим гелем и, соответственно, облучается паховая область, как вы можете посмотреть на рисунке. Да? Ну и, соответственно, также мы можем применить введение тех же самых препаратов, того же самого пегенентина, но более глубокие слои кожи. Это доказанное, с доказанным действием препараты введения таких препаратов в виде гидропилингов. Это специальные аппараты, да, которые под большим давлением 6-7-8 атмосфер, соответственно, внедряют эти лекарства вглубь кожи. Да, а известно, что вирус папилломы человека поражает именно верхние слои кожи, да, эпидермис, то здесь как раз на всю длину эпидермиса вводятся подобные препараты, которые не имеют такого, соответственно, действия при просто опрыскивании наружно. Ну, вот вы видите на картинке, как, соответственно, происходит обработка подобными аппаратами. Их довольно много на рынке, в принципе. Вот я сейчас не буду рекламировать. Вот эти методы могут использоваться вполне в период, соответственно, пока мы не лечим. Если же пациенту надо срочно куда-то уезжать, либо он настаивает на лечении, соответственно, что мы делаем? Мы прокалываем пациенту интерфероны непосредственно инъекционные в данные места, да, то есть непосредственно в кожу. Что такое интерфероны? Это те вещества, которые борются с вирусом. Есть клеточки, да, а есть вещества. Вот вещества мы прокалываем непосредственно в кожу перед удалением. Это относительно безболезненно, потому что
подобные вещества вводятся папульной методикой под, соответственно, кремом Эбла, это обезболивающий крем. Пожалуйста, можно проколоть несколько раз через день, через два подобные вещества и, соответственно, затем удалить. Сколько, значит, несколько раз? Ну, в идеале кожа делится, соответственно, порядка месяца. И вот вы и должны проколоть эти вещества порядка, допустим, 10-15 раз, соответственно, через день, через два при такой вот методики. Это в идеале. Я имею в виду как до удаления, так и после удаления. Если мы, допустим, пациент настаивает на удалении, и он куда-то уезжает, да, срочно ему вот нужно куда-то ехать, а мы не можем сейчас начать лечение, то мы рекомендуем такому пациенту что? Мы рекомендуем такому пациенту проколоть эти лекарства и, соответственно, хотя бы 2-3 раза, и на фоне таких инъекций и, естественно, наружных обработок эпигеном удалить остроконечный кандилом. Такой метод тоже возможен, да, кто вот приезжает буквально на несколько дней к нам в клинику, да, в принципе. То есть это метод относительно быстрого удаления. Что делается потом? Потом, естественно, берется иммунограмма интерфероновый статус, смотрится состояние иммунитета, и уже под коррекцией иммунитета непосредственно назначается подобное удаление, да, вы можете видеть на картинке, как оно происходит. Это мы удаляем обычно сургитроном Dualis F5, да, который имеет из плюсов больших то, что он удаляет при температуре от 40 до 80 градусов, как радиоволна, и, соответственно, не обжигает практически кровеносущие ткани, что делает возможным заживление подобных новообразований спустя уже 1-2 дня после самого удаления. Поэтому, в общем-то, нуждается такой пациент часто в иммунологической коррекции, но не сразу после антибиотиков, а непосредственно спустя, как правило, минимум 3-4 недели и позже после соответствующих анализов. При необходимости диагностики лечебно-рачных высыпаний в области половых органов вы можете обратиться к венерологам, урологам нашего медицинского центра платной КВД в Москве. Вас примет грамотный специалист, который занимается диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас в нашей клинике. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, подписывайтесь на Instagram. Спасибо за внимание.